Активисты молодой гвардии решили помочь животным приюта «Майский день», и в своем офисе на улице Степанова, 16, открыли пункт сбора помощи бездомным питомцам. Принимают сухие и влажные корма для собак и кошек, подстилки, игрушки и медикаменты. Последние особенно в почете. Если у вас нет времени съездить в приют самостоятельно, но есть желание помочь, пункт сбора помощи открыт ежедневно с 10 до 17.00. Предыдущая акция показала, что ивановцы охотно приносят подарки для хвостатых. В прошлый раз собрали половину грузовой машины. В этот раз активисты хотят личный рекорд побить. Наши молодогвардейцы в это воскресенье отправятся в приют, помогать с благоустройством территории приюта, привезем как раз тот самый корм, который соберем, и будем помогать в организационной деятельности самого приюта. Данную акцию мы проводим не в первый раз. Теперь для нас это системное и традиционное мероприятие, благодаря которым, я думаю, что наша помощь хоть немного будет заметна для обитателей приюта. Поэтому данную акцию мы теперь будем проводить ежемесячно.